Здравствуйте, как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании «Щелково», программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что наша программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефонам 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Добрый вечер, Александр Борисович. Добрый вечер вам, добрый вечер. Да, и сразу хочу, значит, чтобы сориентировать наших зрителей, которые готовятся сейчас звонить и задавать свои вопросы. Вопрос такой, да, чем занимается общественная палата, основные ее задачи, что, какие вопросы решали, решаем и будем решать. Ну, у вас более развернутый вопрос, я покороче отвечу, потому что уже не одну передачу мы как бы говорим о чем мы занимаемся. Будем говорить, все равно основной деятельностью нашей работы являются те вопросы, которые больше всего волнуют жителей. Это вопросы ЖКХ, дорог, здравоохранения и так далее. То есть как бы открытости власти, что немаловажный вопрос. Ну и еще, наверное, контроль за исполнением поручений губернатора, которых у нас Андрей Юрьевич Воробьев был в августе в нашем районе. Да, всего было 24 поручения, насколько я помню, сейчас вот половина исполнена, остальные в работе. Как идет контроль за выполнением этих поручений? Какие-то конкретные примеры, может? Знаете, когда вот создавались палаты, мы о таком и не мечтали, условно говоря. Сегодня формат палат, он немножко стал уже более таким, каким мы его хотели бы видеть вообще изначально. Да? Немногие главы, там, депутаты задавали вопрос изначально. А для чего нужны палаты? И вот сегодня мы понимаем, что основная функция палат, общественных палат во всех муниципальных районах, это все-таки контроль за органами местного самоуправления. В той или иной сфере, и то, что с ними связано, с их деятельностью. Вот. И поэтому, вот когда, слава богу, у нас губернатор как-то сейчас чествует наш район, много об этом говорится, много он приезжает, переживает, вот, встречается с руководителем администрации, это вот очень хорошо. Когда идет конструктив, мы только этому рады, и жители, значит, от этого что-то прибавится. Нету никакой оппозиции, скрытости и так далее. Но, тем не менее, когда приезжает служба губернатора, проводит встречи губернатора, который вот у нас летний-осенний период он был, и, соответственно, даются поручения губернаторам. Естественно, мы же не живем в каком-то другом пространстве. Мы все жители, все понимаем, были на этих встречах. Те поручения, которые были даны, сегодня власть у нас действительно открыта. То есть вот в последнем выпуске газеты уже часть поручений, которые были даны губернатору, они были расписаны, в какой степени сделаны. Но все равно правительство, которое ГУСК отвечает, Главное управление социальных коммуникаций, с которым мы контактируем, они, конечно, дают нам особые поручения. То есть поручение проверить поручение. То есть это так будем говорить. То есть перепроверить. Перепроверить, да. Это не связано уже, эти письма не поступают ни в администрацию, никуда. Они идут только в общественную палату. И мало того, что мы не на бумаге отвечаем, представитель правительства вот 2 декабря приезжает к нам. Те поручения, которые поступали от, будем говорить, обычных граждан, да, вопросы там буквально разнообразные, да, мы их приглашаем. Мы сейчас вот в данный период проводим с ними встречу, узнаем, довольны они тем, как выполнили поручение, либо выполнено вообще поручение. И 2 декабря они приезжают сюда, мы собираем этих жителей в своем помещении. Вот, ну, как бы они высказывают свою позицию, сами жители, вот эти наши граждане Щелковского района. И представитель области на некоторые объекты сам вместе с этими жителями будет выезжать. Я считаю, это вот очень правильно. Вот хорошо сегодня в Щелково, недаром Алексей Васильевич получил, будем говорить, своего Оскара, да, за гражданский диалог. Ну, во-первых, это действительно, он всегда с удовольствием работает с общественной палатой, хотя мы не всегда удобны, это я вам прямо могу сказать. Но наш принцип не воевать, а решать все в процессе. Да, то есть, ну, а в чем ваше неудобство состоит? Какие-то очень острые проблемы поднимаются. Вы понимаете, ну, все очень просто. Вот если человек работает в системе, там, в администрации или организациях, там, которые принадлежат администрации, как-то задействованы с администрацией, то член этой общественной палаты – это обычные граждане, которые либо трудятся на своих местах, либо кто-то вот, там, есть, там, который не трудится, условно говоря, домохозяйки. Да? Да, вот, они не получают ни зарплату, никаких преференций.
И как у нас говорят в палате, есть такая некая поговорка, вот сегодня она опять прозвучала, нас в палате учат говорить правду. Вот. И поэтому я не очень видел власть любой величины, чтобы всегда говорили правду. То есть и в этом плане мы и неудобны. Ну вот сразу возникает вопрос тогда, каким, с вашей точки зрения, должен быть член общественной палаты, скажем, районного уровня, ну и, может быть, даже чуть выше? Вы знаете, когда вот форматировался наш состав общественной палаты, было очень много заявок, я уже об этом говорил, не буду возвращаться, и очень много людей пришли, когда я на каждом заседании зачитываю, для чего ты пришел в палату. Я не называю фамилии, конечно, но беру выдержки из анкет и их зачитываю. И самые горячие анкеты были у тех людей, которых мы уже исключили из палаты. То есть, я не знаю, сейчас интернет хорошо работает, все друг у друга подглядывают, чего он там написал. Они не проходили ни собеседование, ни фильтр, условно говоря, человеческий фильтр, не выступали в коллективах, при населении и так далее. Попали случайно. Вот. И, конечно, хотели люди добиться того, что получить какие-то льготы. Льгот у нас нету. У нас одна льгота – хорошо работать. И если мы видим, человек вот реально работает, мы рекомендуем его куда-то дальше во власть, потому что он уже прошел наш народный фильтр. То есть вот и все. А сами люди, которые в палате работают, я не знаю, наверное, скорее всего, это альтруисты. Ну, я еще раз повторялся, никаких зарплат нет, ничего нет. То есть, как бы, и я, вы знаете, иногда мне тот же Алексей Васильевич говорит, ну, ты там поговори, пусть они там как-то поймут ситуацию, потерпят или что-то еще. Я всегда говорю, Алексей Васильевич, вам-то проще. Вы нанимаете людей по контракту там или как, на работу, вы им платите премию, зарплату и так далее. У нас ничего этого нету. Как я могу на любого члена общественной палаты воздействовать, если он говорит, я там даю поручение, он говорит, ну, может быть, в открытую это и не говорят, но, типа, ну, не исполняет то, что поручено. И вот эта процедура исключения палаты, она и неприятная, и долгая. Мне лично она не очень приятна. Вот. И получается, что действительно в палату должны идти люди, которые либо имеют хороший вот настрой, либо богатый ресурс, когда они уже где-то поработали во власти, в структурах, и уже там, ну, либо ушли на пенсию, почему у нас... Ну, и желание быть полезным. Желание вот что-то сделать, изменить. Ведь очень многие, которые работают в администрациях, там, по 20 лет, они, ну, в какой-то степени видят всю ситуацию, которая, когда они оттуда либо увольняются, либо уходят на пенсию. И они вот уже, например, становятся там, ну, более открытые, да, будем говорить, для населения, имея некий запас знаний и так далее. Да, опыт работы, опыта, опять да. же, с теми же людьми. Да. Да, и получается, что вот в таком случае, вы знаете, у нас, вот я говорил, что у нас 45 человек в палате там должно быть, по факту у нас меньше, потому что мы уже сейчас не добираем, вот, там летом будет переформатирование опять общественных палат, и мы уже не добираем, а работаем с теми, кто есть. Но из тех, кто остался, непосредственно членов общественной палаты, все-таки... не так много, как хотелось бы, работали. У нас новая форма, это вот представители общественных организаций и консультанты-эксперты общественной палаты, которых мы привлекаем из тех же общественных организаций. Вот они на сегодняшний этап в большинстве, ну, работают более энергично, желаемым. А те члены общественной палаты, которые вот изо дня в день одно и то же работают, я просто им благодарен. Я сам иногда говорю, вот лето было, я говорю, вы как-то немножко отдохните, вся страна немножко отдыхает. Нет, они вот ежедневно, еженедельно ту или иную работу выполняют. Им большое спасибо за это, вот от меня лично, от жителей. Нашу работу-то не очень видно, потому что большей частью мы как бы корректируем вопросы, которые негативные. А есть, у меня на Чкаловске живет человек, который постоянно посылает нам почту, интересуется работой общественной палаты, и он уже за этот период принципы жизни общественной палаты сформулировал сам. Ну, как бы где-то в шуточной форме, где-то ему большое спасибо. Вы их принимаете к сведению? Вот один принцип мне вообще... Наказы граждан. Да, не, он принцип, он философски относится. И он, один из принципов, он говорит, если человек оказался в беде, и ты ему при этом помог, да?
Второй раз ты этого человека увидишь, когда он снова оказался в беде. Ну, вот у нас так бывает. То есть, хотя мы не работаем, будем говорить, конкретно там по каждому гражданину и так далее, потому что мы все-таки берем срезы районные. Но это как бы моя хотелка как председателя. Но вот председатели комиссии наших, отдельные члены общественной палаты, они все равно втягиваются в индивидуальную помощь жителям, с ними ездят, устраивают в больницу и так далее, и так далее, и так далее. Хотя как бы у нас это вообще, ну, даже в какой-то степени, ну, не приветствуется, потому что у нас нет ресурса ни финансового, ни транспортного, никакого. То есть вот за счет авторитета у нас есть ресурс, авторитет палаты. И действительно, некоторые звонят вот сейчас, либо с транспортом договориться, там, либо с больницей, и говорят, вам звонит там председатель комиссии общественной палаты. И, конечно, и врачи идут навстречу, и транспортники. То есть вот спасибо им за это. Александр Борисович, вот вы сказали, все-таки обозначили приоритет, да, в работе общественной палаты, это контроль за работой органов местного самоуправления. В общем, наверное, достаточно сложно, если иметь в виду специфику нашего района, достаточно разнородный, так скажем, состав этих органов, потому что 10 муниципальных образований в районе, да, 5 городских поселений, 5 сельских. Разные они, естественно, и по количеству населения, по количеству населенных пунктов, наверное, и какие-то проблемы особые возникают у тех или иных поселений, так скажем. Ну, вы знаете, действительно, у нас есть вот рейтинг общественных палат, да, и мы там, ну, стараемся быть в верхней строчке рейтингования, это когда рейтингует нас правительство Московской области. Но нас как бы подразделили по численности района. Но я всегда говорю, что есть район, который сделался уже округом. Да? Это один руководитель, это один совет депутатов, вот, где один бюджет, условно говоря. По одному сценарию проходит публичные слушания по изменению вида использования земель и так далее. То у нас это всего 10. Да, то есть 10 руководителей, 10 там, глав, там, и, ну, в какой системе, там, городских и сельских, там, наоборот. Вот, это и 10 советов депутатов, то есть это 10 субъектов общественной проверки, общественного контроля. Что касается, ну, города Щелково, как бы большая часть полномочий, понятно, они переданы в район, тут как бы нам в данном случае проще. И вот тот принцип, который мы провозгласили еще изначально, это контроль через участие. То есть наши члены общественной палаты входят в комиссии, вот эти рабочие группы, комиссии. Уже сегодня непосредственно в районные власти. И когда разрабатывается то или иное решение, предположение, вплоть до изменения исторического облика города, вернее, скорее всего, сохранения исторического города, то есть мы уже там, понимаете? И когда идет обсуждение, наши представители уже независимо говорят то, о чем как бы они хотели сказать. Конечно, мы стараемся взять профессионалов. Вот я всегда говорю, что просто хороший человек в палате – это немножко мало. Все-таки мы стараемся уже… Ну что, как говорят, хороший человек – это не профессия. Да, и не профессия, да. Да, есть честные, способные люди, но мы все-таки стараемся, чтобы это были врачи, да, либо бывшие врачи уже на пенсии, либо люди, обладающие знанием там, землепользования, второй вопрос, да. Понятно, что архитектуры, градостроительство. Вот возьмите Парковую улицу, вот, которая сегодня она изменилась. Алексей Васильевич изначально как бы вот этот проект рассказал общественной палате. И мы вышли с опросниками, наши члены, консультанты, эксперты общественной палаты там, на протяжении 10 дней вели опрос жителей. И вот как бы было принято. Мы же рекомендуем. Мы провели хронологию, статистику и резюме. И отдаем... Вот в данном случае руководитель. Ну, вот вы рекомендуете, а власть прислушивается к вашим рекомендациям? Вот, ну, вы знаете, что в каких-то степени, в большей степени, я считаю, вот, по концептуальным вопросам прислушивается. Вот, ну, давайте, Парковая улица, она как бы не влияет, условно говоря, вот, то, что она изменилась, нам приятно. Вот всем жителям приятно, да? Вот, второй вопрос уже, тротуары
на отдаленных уголках нашего вот города. Вот на широкой улице сейчас уже да, почти сделали. Да, то есть жители жалуются. Я сам, мы все сами ходим здесь пешком. Я знаю тротуары, вот где я живу, в Мальцево, там тротуар. Он вообще никогда не чистится, да? И люди не могут идти по тротуару, а они, соответственно, идут просто по проезжей части. Я их могу понять. Ни с коляской там не пройдешь, ничего. Вот. И вот основной вопрос, вы говорите, прислушивается или нет, обратились к нам жители Воря-Богородского, и они, получилось, обратились одновременно и жители Воря-Богородского, и руководители администрации, чтобы сделать там логистический центр, там 270 фур в день, суточные, там, да, известного там супермаркета, вот. И мы туда приехали, конечно, церковь, поле, река Клязьма, жители, то есть там ПМЖ и дачные кооперативы. И, конечно, мы не просто так нравится, не нравится. То есть мы приобщили своих консультантов-экспертов, которые дали заключение о криминогенной обстановке, которая здесь разовьется, соответственно, логистической нагрузке на ту дорогу, которая есть, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, да? И в конце мне просто нравится, не нравится. Мы порекомендовали участок, похожий там, да, там, я не помню сколько, 28 гектар, что ли, было земли. Похожий 27 гектар, который нет населенных пунктов, стоит тоже на дороге, на кольцевой дороге вот этой. И получается, что, опять же, мы, Алексей Васильевич, эту свою записку подали. Да? Потом была совместная встреча с жителями, там мы приехали, Алексей Васильевич был, и после встречи, имея на руках вот эти документы, он перед жителями сказал: обещаю, здесь логистического центра не будет. Вот, и я считаю, что в данном случае власть прислушивается. Александр Борисович, вот вы упомянули сейчас, что идет создание городских округов, да, но это, естественно, тенденция по всей области нашей, укрупнение муниципальных образований, и Балашиха с железнодорожным объединилась, да, и вот наших соседей, да, беру ближайших, Мытищинский район уже городским округом стал, вроде как говорят, что и нас такая же участь постигнет, я имею в виду Щелковский район. Некий городской округ Щелково. Ну, хотя, конечно, пока только слухи, но тем не менее, слухи можно комментировать. Позиция общественной палаты. Вы же знаете, что у нас и в палате есть такой лозунг. Палата живет слухами, да, то есть как бы мы не подотчетны прокуратуре в данном случае, никому, то есть мы не юрлицо. И мы, конечно, собираем в этом плане. И понятно, что мы уже давно, как все жители, которые интересуются тут политикой, понимают, что идет создание городских округов из муниципальных районов. Но тут, как бы, я не думаю, что надо понять, что эти вопросы рассматриваются, но мы тоже понимаем, есть плюсы большие от этого, и есть определенные минусы. Плюсы в том, что бюджет консолидированный, да, то есть как бы у нас есть откровенно слабые поселения, да, которые тянут и рейтинг всего района немножко назад, и есть население, которое руководители администрации вообще не понимают, чем они занимаются. То есть, потом мы дальше с вами отдельно поговорим об этом. Вот. Но сегодня мы опять же подготовили некое заключение, отправили вот его губернатору, где как бы сказали, что есть и плюсы, и есть минусы. Во-первых, географически у нас он немножко расположен. Ну вот, но, протяженно, так скажем. Да, и специфика все-таки у нас много военных городков здесь. Но будем так говорить, что несомненно одно. Вот некая реструктуризация власти, в хорошем смысле слова, она должна происходить. Мы недавно пережили там десятилетнюю болезнь. Вот у нас здесь две власти на протяжении 300 метров не могли найти с собой общий язык. Ну вот. Сегодня, вы знаете, часть полномочий область на себя взяла, да? То есть у глав поселения уже не осталось. Главы поселения часть полномочий передали в район. И в то же время любой глава все равно делает свое решение по, ну или руководитель администрации, давайте так попроще будем говорить, все-таки по решению Советов депутатов. И вот я хочу пример, ну вот даже возьмем, мы помните наш разговор о городском поселении Загорянском. Да, да? Конечно, и знаю даже, что вы там провели практически целый день вчера. Вчера мы были там вот с полдевятого, наверное, до полседьмого. На самом деле, вы помните эту историю, она началась там в конце июля-августа 2015 года, когда мы начали общественные проверки делать и так далее, и так далее. Потом мы сделали свой вывод, что руководитель администрации не способен руководить
данным поселениям, не в кругу администрации. И самое главное, что население не то что недовольно, даже население уже подготовило нам часть документов, где уже не халатность и безалаберность, которая граничит с преступными деяниями. Мы не прокуратура, мы не карательный орган, но мы доводим точку зрения жителей, мы все процессуально все сделали, вплоть до общественных слушаний. Вот. Благо там оказался совет депутатов, сильный, работотворческие, будем говорить, что все-таки, хотя там на них оказывалось большое давление, они, понятно, что Загорянка, она немножко обособленно стоит, и специфически это все-таки дачный поселок, дачные поселения, где мощные дачные кооперативы, и в определенном плане там есть проблемы. Но когда депутаты приняли, после вот того, что мы провели, отправили письмо губернатору, и депутаты оказали недоверие руководителю администрации, первый раз там, да, вот, и был объявлен конкурс, кто будет замещать эту должность, то есть руководителя администрации. Потом, значит, там, ну, я не буду сейчас о судебных тяжбах говорить, все-таки депутаты в последний раз собрались, молодцы, и приняли на работу, уволили прежнего руководителя администрации, Решетина там такая у нас. Вот. Я не знаю, что полезного она сделала, но шума от нее много. Я не знаю, создаю я сейчас пиар или нет, но шума-то много. И вчера мы, естественно, понимаем, что это как бы не очень наше дело, смена власти, да, но мы не можем остаться в стороне. И мы посмотрели, как люди цепляются за эту власть. Вот я реально вчера, и мои коллеги, мы увидели, то есть все говорят, тяжело работать, но за власть цепляются. Цепляются в прямом смысле ногтями, там, с тем, чем угодно, руками, ногами. Ну, вот. Сейчас как раз мы можем посмотреть, вот мы вчера что присутствовали, да, вчера. С утра до вечера. Это, конечно, в хорошем смысле даже смены власти не назовешь, это цирковое представление. Вот новый руководитель не может приступить к работе, потому что старый руководитель, посмотрите, что делает. Сейфы, документы, которые есть. То есть с нами присутствовала председатель Совета депутатов, глава поселения Загорянский. Надменная улыбка, оскорбления, вот это движение столов. Я вот такого вообще... Вот, мы все стояли в таком шоке, что... Просто не знали, как себя вести, потому что это и оскорбление, и там вызывали и полицию, и полиция непонятно Загорянской как себя повела. Вот видите, сейф, там документы, которые касаются только деятельности городского поселения Загорянский. Вот. И ключ отказалось дать, печать, документы, все. И при том, что человек уже де юре де юре она уже никто, она просто гражданка Загорянки, будем там говорить. Вот. Вот посмотрите, как мы прощаемся, вот так вот. Вот то, что нажито честным трудом, так я уж условно говорю. Вот. Вот поймите, что вот это не должно быть такого. Наверное, дай бог, это будет последний раз на нашем районе. А вот документы, которые надо бы посмотреть, по описи принять. Вот так вот мы их все порвали, покидали. Слава богу, здесь нет звука, жители не слышат. Вот наши коллеги, вот видите, там члены общественной палаты, которые все смотрели, наблюдали. Мы там действительно были наблюдателями. Но вот видеть это... Не хотелось бы. Вот еще раз в каком-либо поселении, даже вот вешалку мы с собой забрали, все, что нажито. Ну вот, как вы считаете, ну, действительно большую работу проделала общественная палата, я имею в виду по смене руководства администрации Загорянки. Ваше мнение вот, с приходом нового руководителя? Вы знаете, мы всегда мечтали, вот палата, вот мы много собирались, много обсуждали, иногда думали, что это фантомы, то есть, ну, например, наверное, не получится. Видите, получилось. Та власть, которая не справилась с работой, она уходит. Ну, может быть, не так добровольно, но она уходит. И всегда мы мечтали, чтобы туда пришел человек, не испорченный, вот сегодняшний, как бы, ну не сегодняшний, ну вот не зараженный вот этой схемой, которая, вот вы знаете, мы иногда ждем, придет другой руководитель, а он уже зараженный. Он пришел и начинает работать по старой схеме. Вот. Сегодня Роман Александрович Назаров туда пришел, он был у нас в общественной палате изначально, потом выбрался депутатом городского совета, вот она Челкова 7. И я приезжал туда на те мероприятия, которые вот он там проводит. На самом деле,
Вот сейчас жители Щелково 7, где он депутатом, они немножко теряют. Потому что он уже выполнял функции, выходящие за депутатские. Он там, ну, более и хозяйственные, и такие, и так далее. Вот. А ну, здесь... Я даже вот в социальных сетях почитал, когда стало известно о назначении Романа Назарова в администрацию Загорянского. Естественно, отклики пошли жители Щелково 7. Депутатом, где он являлся, и очень много пишут, как же мы теперь будем, кто же у нас теперь будет. То есть вот за довольно короткий срок, да, двух а лет как еще у не нас прошло, выращивают тем руководителя? Тем не менее, такое мнение вот связано. Смотрите, вы смотрите, сколько лет в России политически одни и те же люди, да, будем говорить, что... А откуда брать новых? Вот они сейчас все уже за пенсионный возраст, 70 лет там, да? Вот, откуда брать новых людей? Их вот надо вот так вот брать. Человек сделал на своем округе, давайте сейчас пусть вот на Загорянке поработает. Пусть Загорянка ему станет родной. Жители, которые там живут, они почувствуют, что что-то делается. Я не всегда говорю, у нас всегда принцип губернатор, житель всегда прав. Мы, палата, как раз говорим, какой житель прав? Который говорит, вот здесь надо дорогу. Второй говорит, здесь ни в коем случае дорогу. Какой житель прав? Вот мы, как палата, и начинаем спрашивать общественное мнение большинства. И вот я считаю, что если у Романа Александровича все получится, дай это бог, и где-то в других районах, где-то в других областях такие находятся, пусть они идут выше, пусть они потом руководят населением, но чтобы мы знали, что человек пришел к власти, и от этого будет плюс. Если человек уходит из депутатов, и все сожалеют, это здорово. Но. Спасибо, Александр Борисович. Мы с вами продолжим разговор о как раз вот, вы сказали, дороге, кто прав, кто не прав, да, и о кадрах поговорим, я знаю, инициатива общественной палаты тоже существует о том, как менять муниципальных служащих, но все это произойдет буквально после небольшого перерыва, оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Еще раз добрый вечер, Александр Борисович. Напоминаю, что вы можете звонить в студию к нам. Телефоны 496, код города, 567-1440, 567-1450. И задавать вопросы моему гостю. Ну, а я, соответственно, буду задавать свои. Вот в первой половине программы вы упомянули, конечно, что житель всегда прав, да, это лозунг нашего губернатора, один из лозунгов губернатора о том, как нужно строить работу муниципальных служащих, ну, естественно, и общественников тоже. И говорили о ситуации в городском поселении Загорянский, о том, с каким трудом там удалось пока еще не наладить, конечно, но хотя бы изменить ситуацию, связанную с, так скажем, деятельностью руководства местной администрации. Но вот еще как раз с Загорянкой связана правота жителей. Кому дорога мешает, кому не мешает, да, сказали. Я просто помню, летом как раз ездила общественная палата, выезжали вы в Загорянский, связанные тоже с достаточно необычной ситуацией в середине лета. Предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет, напомнить нашим зрителям о том, что же там происходило, ну и, соответственно, узнать, как обстоят дела сейчас. Давайте посмотрим сюжет. На дороге в городском поселении Загорянский баррикада. Два ряда железобетонных блоков в высоту на пересечении улиц Октябрьская и Звездная. Эта дорога с асфальтовым покрытием соединяет Щелковский район и городской округ Королев. Теперь здесь камера наблюдения и табличка «Возможный объезд». Члены общественной палаты Щелковского района приехали на это место не случайно. В общественную палату Московской области поступило обращение, в котором указывалось, что закрытый переезд не только создает неудобства, но и предоставляет серьезную опасность. В случае экстренных и чрезвычайных ситуаций силы ГОЧС, скорой помощи и полиции лишены возможности оперативного движения между указанными городами со стороны реки Клязьма. Дополнительно ситуацию осложняют образованная с недавнего времени единая скорая помощь, объединяющая Щелковский район, Королев и Мытищи. Это значит, что к населению служба поедет из ближайшего пункта. В случае с поселением Загорянский – из Королева, но ближайший переезд закрыт. Общественная палата осмотрела объездные маршруты. Дорога не асфальтирована и создает большое препятствие проезда для многих машин. Разбираться с ситуацией стали в администрации городского поселения Загорянский. Это улица Жуковская, это наша улица. Так. Это мы ее перекрыли. Блоками. Блоками, но это временно. Чтобы люди привыкли, а потом мы делать уже будем шлагбаум ставить. Оказывается, инициатором закрытия дороги стали сами жители. Это был кратчайший путь для транзитного транспорта между муниципалитетами. По словам жителей, там проезжало больше 3000 машин в сутки.
Известный принцип губернатора Московской области гласит, что житель всегда прав. Но кто прав в данном случае? Для одних это препятствие, ведь в расположенную неподалеку детскую музыкальную школу водят детей со всей Загорянки и даже из Королева. Для других это право жить в чистом поселке, без шума и загрязнения от проезжающих машин. Ну вот, Александр Борисович, почти 4 месяца прошло. Насколько я знаю, там с юридической точки зрения все нормально. Проводили, ну, органов местного самоуправления. Опрос, да, решение, они имеют право. Но вот, тем не менее, кто-то из жителей доволен, а кто-то нет. Вот как вы прокомментируете? Ну, это вот та ситуация, о которой мы могли бы долго разговаривать, но я думаю укоротить, потому что, ну, условно говоря, и Валентиновка, это дачный, да, поселок, и Загорянская, это в основном территория идет по дачным кооперативам. Ну, а с другой стороны, и в Королев не попасть. Так. Дело в том, что вот давайте так, возьмем обычных жителей вот сегодня, которые живут у нас в районе. У нас очень много дачных кооперативов здесь. И вот представьте, просто вот там мы-то поехали как раз убрать. Поскольку... Ну, не убрали. Но мы сами не убираем, мы даем рекомендации. Вот. И получается, что мы-то поехали с другой немножко интонацией, потому что губернатору поступила жалоба, что вот скорая помощь не могла проехать. Да, это как бы нонсенс. Вот. Но потом уже разбирательств нет. Я, насколько понимаю, что все вот эти вопросы утряслись у ГОЧС. Там, во-первых, есть объезд. Он неудобный, конечно, да. Но тот шлагбаум, который вот, должен ограничивать, у ГОЧС, у скорой помощи и так далее, они должны как бы проезжать беспрепятственно. Знаешь, что мы там, пока мы там стояли, таких два лихача пронеслись там, мама не горюй. А это для чего дача существует? Приехать отдыхать туда. Что говорить? Мне нужно было, когда попасть в Королев, мы все вот в этой веренице ехали. Ну ладно, и люди культурные едут, а там же едут и газели. По обочине объезжают. Они уже, не то, что по обочине уже, но слава богу, там есть, а так. И культуры водителей-то, тем более, очень много у нас сейчас за газелями сидят людей, которые вообще у нас не живут, приехали в гости, так условно говоря. И им все равно быстрее доставить груз. Конечно, там сейчас, конечно, ситуация урегулировалась. И сейчас вообще жители Валентиновки и вот этих дачных поселков вышли с инициативой на губернатора объединить их, как бы, да. Вот, получается, как бы это от Щелково дачный кооператив и от Королева, вот, Валентиновка, да. Это исторические места, там, как бы. Ну, а мы все как? Нам быстрее надо попасть туда-то. Может быть, настанут такие времена, когда вот электрички будут, ну, более доступные, чаще. Ну, я считаю, не знаю. Вот мы ездим в правительство, мы за рулем-то не ездим. Проще сесть на электричку, доехать до Микинина по прямой ветке, и ты в правительстве. А на машине можно 3,5 часа туда кружить. То есть, как бы, ну, тот же самый вариант. То есть, я не знаю. Но я считаю, что вот этот вопрос все равно, он и культуры жителей, тех, которые имеют, они отстаивают свои права, и, вернее, и культура водителей, то есть отсутствие культуры водителей, которые вот там действительно передвигались. У нас еще многие граждане действительно думают, если здесь нет камеры, полицейского, значит, все можно. Делаю, что хочу. Поэтому я считаю, этот вопрос пикантный. У нас по дорогам-то более есть глобальные вопросы. Хотя и этим надо заниматься, потому что хотя в целом для района вот это как бы погода не делает. То есть немножко затрудняет инфраструктуру наше передвижение, а так не делает. Откроет западный обход, откроет восточный объезд, и, наверное, вообще все это отпадет автоматически. Ну, когда это еще будет? Так нет, не то, что будет. Вот перед выборами, слава богу, люди эти не прошли во власть, сколько народу использовали контекст решения общественной палаты, где мы где-то выступали за то, чтобы хорда через лес шла. Да, но мы никогда не выступали против западного обхода. А галтелая вот, маленькая кучка людей, они, подкрепившись там Народным фронтом, тогда люди были, да, и так далее. Хотя сам Народный фронт, это же тоже как бы объединение такое, что вот кто туда, тот то и говорит. И мы также палата. Если взять всех жителей Щелково и спросить, нужен нам объезд от станции, вот, где Соколовка, до 31-го завода? Конечно, нужен. Сегодня... Это западный объезд, но там же ведь не только через лес, через поле проходит дорога, ну так, по предварительному проекту, но и через садовые участки. Вот. А что говорить, что... Это они возражали, видимо. Я всегда говорю, что я тогда был там депутатом. Сколько людей получали вот эти участки по понятиям?
То есть все знали, что еще очень давным-давно там планировалась дорога. Да? Тогда сельсоветы разваливались, печати ставили кому хотели. Направо-налево, на, получай, иди. Так я условно говорю, за бутылку водки. И теперь эти люди получили, а их дети, получив наследство эти участки, конечно, начинают там строить дома. Но опять же надо приходить, вы молодежь, вы должны быть в правовом поле в первую очередь, получить разрешение на строительство, а там никто не даст, архитектура не даст разрешение на строительство. Ну вот если говорить об этом районе, просто я помню сам прекрасно, да, что существует, да, такое у нас природоохранное законодательство, и в нем в частности говорится, что в прибрежной зоне, это достаточно большая зона, да, вообще запрещено любое строительство. Но как раз в этом месте, о котором мы сейчас говорим, на берегу Клязьмы буквально, я не знаю, в 5-10 метрах стоят вот эти, ну, не виллы, но, тем не менее, очень приличные дома. Вот это вот как? Ну, я вот к этому как бы не... Это, вы знаете, это все по стране идет. В каком там, 2006 году, я не помню, вот водное законодательство, то есть оно как бы изменилось. У нас раньше было 500 метров от Клязьмы, ничего нельзя строить там, 100 метров от Учи, которые вот у нас видите. Потом оказалось 100 метров и 30 метров. И то не те строения фундаментальные, это говорится, вернее, о фундаментальных строениях. А забор вообще, получается, можно ставить в воду. То есть, как бы. Ну, это тут, я думаю, кто будет в этом наводить порядок. Это, мы частенько выходим с некой инициативой, но это, будем говорить, проблема всех и районов, и областей сегодня. Поэтому, ну, как бы... Не в силах это сегодня взять и решить. А он, на того они и законы, их принимала Госдума. Хорошая Госдума, плохая Госдума. Но либо, они законы. Тут но они законы, да. И ни один суд не будет работать не по закону. Да? Если у нас у палаты есть такая прерогатива, мы можем говорить с точки зрения желания, с точки зрения настроения жителей, то уж правоохранительные органы и карательные органы, они с точки зрения закона должны рассуждать. Ну, давайте поговорим о настроении жителей. Все-таки, наверное, чаще всего портится настроение у наших жителей, когда они сталкиваются с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Тут уж никак мы эту тему не обойдем. И прежде всего, конечно, это работа управляющих компаний и советы многоквартирных домов. Да? Вот общественная палата как-то помогает жителям решать эти проблемы. Ну, конечно, и двойные платежки, и некорректные цифры. Слушайте, пошли. Столько уже передач было, да? Я даже уже... Все же говорят, что движется. И наши члены общественной палаты... И вот это единый расчетный кассовый центр, да, Мособл, да, когда, опять же, хотели работу систематизировать. Вот это в Щелково не заработало. Вот все лето вот мои коллеги в 5 утра сами становились в очередь, то есть как бы все пытались, и тройные, и четвертные платежки. И посмотрите, сколько министров по этой теме приезжало сюда. Конечно, мы можем говорить, у нас шикарная парковая улица, и мы горды, что у нас есть такая парковая улица. Но придя домой, опять же, увидя там... В почтовом ящике да, вот две это одинаковых бумажки, да, чуть-чуть, две, три, с разными четыре. Названиями. Да. Сегодня, опять же, у нас вот на сегодняшний момент все происходит некорректно. То есть идет начисление там, пени, повышенных тарифов каких-то. То есть мы пытаемся с этим разобраться, но... Поймите, что, опять же, я не знаю, может быть, должно пройти время, но почему у нас все тренируется на людях, мне непонятно. То есть это я вот обычный человек, да, я хочу платить. У нас там раньше, конечно, помните разговор наш, все на управляющей компании. То есть хотя бы сегодня с этим вопросом там пытаются разобраться. Вспомните 2014 год, когда мы сделали общественный контроль этих управляющих компаний. Прокуратура говорит, вы что, ай-яй-яй. Эти говорят, областная прокуратура вообще ни слуху, ни духу. Как я говорю, это ранее прокуратура. А сегодня уже прокуратура понимает, что половина из них преступники. Ну ладно. Но поддерживает вас правоохранительные органы в этом вопросе? Хотя ну слушай, что значит поддерживать? Я не понимаю слова поддерживать. Мы высказываем свою точку зрения во все органы власти, которые у нас существуют. Как они там вышестоящие, да, то есть как бы... Вы понимаете, и прокуратура, и вот вообще правоохранительные органы, по сути дела, вот ваши репортажи хорошие выходят, опять же, я хочу сказать, но это все, ну, общественное, Марич, это все общественное мнение. Берем центральные каналы, там вот эти программы, ток-шоу, да, они идут постоянно. Я бы вот хотел хоть раз увидеть, что после этой программы кто-то сказал,
А вот что вот изменилось после программы там? Кого-то привлекли, кого-то посадили. Я вот на оперативных совещаниях бываю. Алексей Васильевич, конечно, всегда очень строго. Но тут, опять же, мало дела там кого-то наказать. Сегодня извечный вопрос, кто виноват и что делать. Да? Виноватых нашли. А что дальше делать? То есть вот эта ситуация, вице-премьер правительства приезжает на эту тему сюда. И там, да, уже теперь модно у нас, Рейн стала ругать управляющие компании. Вот давай их чехвостить. То есть когда мы ругали, все чего-то не ругали. Сегодня уже все их ругают. Понятное дело. Понятно, что они не лучшие какие-то из них. Но опять же вопрос стоит о том, что когда... Мы, опять не стесняясь, вице-премьеру, министру ЖКХ говорим, Мособлоирц в Щелково не работает. Он работает, но неэффективно, надо понимать. Да? Сегодня, вот опять же, люди, 100%, когда идет проверка. Но, опять же, вот мы переходим к вам вопрос. Если сегодня, в хорошем смысле слова, создадутся советы МКД, да, домов, то вот и палата как бы будет только рекомендательный характер носить, и управляющие компании смогут жителям лапшу на уши навешать. И А что сможет сделать совет многоквартирного дома? Они управляют. По сути дела, вот смотрите, этот вопрос о советах МКД, он стоит уже, наверное, извечный, то есть в разных формах. Да? Сначала управляющие компании сделали все ручные вот эти советы. Дали какие-то льготы, избрали там неких людей, дом об этом не знает, кто там избран, те там, соответственно, и опять все проводят якобы совет МКД, да, сегодня в области создана ассоциация советов многоквартирных домов, у нас тоже в Щелково ассоциация там создавалась, да, помните, мы говорили, но прежний руководитель как бы от нас, он не потянул эту работу и был нечестен с нами. Понятно, что мы с этим разобрались. Что-то изменилось за это? Сегодня, вот на сегодняшний день, вот силами общественной палаты, мы там, я не знаю, там 150, вот за осенний период, там, да, осенний, поздний летний осенний период, 150-200, я вот сейчас не помню уже конкретно, провели непосредственно с собственниками советов многоквартирных домов. Вот тут, когда есть совет и натурально избранный, который жители знают, что вот это их совет дома, мы готовы вести и методическую рекомендацию им оказывать, и помощь любую, и юридическую даже можем привлекать, и через, опять же, через нас привлекать правоохранительные органы. А подчас что это? Иногда такой совет, что, я не знаю. Формальный, да? Да, и когда вот есть совет дома, тогда люди, обращающиеся в совет, вот они действительно должны быть советом, в хорошем смысле слова, да? Тогда они будут понимать, за что они платят, как платят, какой капитальный ремонт у них происходит. А если этого нет, вот контроля, то тогда, где нет контроля, там есть воровство. Что говорить? У нас всегда, помните, говорили, да, дураки, дороги и воровство в России всегда было. Вот, поэтому оно так. Понимаете, я когда живу, вот всегда думаю, что же хорошего вот мы сделали вообще, да? Самое лучшее изобретение у нас в России, вот что мы изобрели, помимо всех научных, это крепостное право было изобретено. И в 861 году только его отменили, то есть самые последние мы отменили. И очень-то многим не понравилось. И понятно, что у нас в определенном плане, тем более вот в советское время, за нас все решали. Как жить, куда идти и так далее. Сейчас как бы все по-другому. Не будем о прошлом, какое оно было, да, как говорится, историю не перепишешь, хорошее или плохое. В любом случае мы жили в этой стране, поэтому и будем в ней жить. И живем. И вот как раз хотелось бы в конце программы поговорить о, так скажем, нашем будущем, а именно о наших кадрах муниципальных служащих. Вот вы уже в начале программы упомянули, да, кто приходит работать в общественную палату. Это бывшие сотрудники, соответственно, должна быть какая-то ротация и на муниципальных должностях. И вот хотелось бы услышать какие-то предложения общественной палаты о том, какие люди должны приходить на госслужбу, на муниципальную службу. Знаете, я вот считаю, что, если так говорить, почему мы сейчас подошли к вопросу о кадровом резерве. Он, понятно, должен быть в будущем, чтобы жить цивилизованно, он должен быть цивилизованно открыт.
мы должны понимать, что лучшие люди, пусть нашего района, пусть не нашего района, они должны выставлять себя на соискание вот этих должностей, начиная с начальника отдела, начальника управления. То есть эти люди в чем-то разбираются. У нас был назначен антикризисный управляющий, да, руководитель Валов Алексей Васильевич. Он, конечно, много делает вообще во всех отношениях. Давайте зададим себе вопрос. Вот завтра он либо переведется на другую должность, либо просто скажет, ну, его силы, не, они, он же с утра там, с пяти до ночи и так целыми днями. Без отпусков они работают. То есть все. Давайте зададим себе вопрос, что дальше? Вот что будет дальше? Поэтому мы подняли вопрос о кадровом резерве. Сегодня ситуация в Щелково в политическом смысле стабилизировалась. Социально идет правильно. Но дело в том, что губернатор задает вектор, да, и, конечно, все руководители администрации всех районов, они как бы обязаны исполнять то, что сегодня сдается. Не исполняешь сторону, да? Из кого создается этот кадровый резерв? Кадровый резерв, ну, я не могу знать, из кого он создается. Не конкретно по фамилиям, да? Это не наша задача. Наша задача, чтобы мы видели кадровый резерв. Вот сегодня в определенном плане, вы посмотрите, за вот этот период, сколько у нас там в ЖКХ, да? Приходит один человек, поработал, что-то набедокурил, раз под следствием, да? Приходит один там первый зам, второй первый зам, ну там не справились, да? Правильно, Алексей Васильевич, людей, не умеющие исполнять свою позицию, он их убирает, это правильно. Но в остальном я всегда говорю, что а где дальше брать кадры? Да, у нас одна минута. Вот Борис, я считаю, что... давайте конкретно, где их брать дальше? Я вот этот вопрос хочу переадресовать. Берите, где их хотите, это есть специальная кадровая служба, но чтобы мы, жители Щелковского района, знали, что вот есть кадровый резерв на этого человека, на этого человека, на этого человека. И если вдруг произойдет какой-то коллапс, вот этот достойный, он прошел весь фильтр, вот он займет эту должность не из-за того, что он чей-то родственник, не из-за того, что у него есть материальное состояние, а из-за того, что он понимает и разбирается в этой теме. И тогда, наверное, нам, если все будут заниматься достойно на своей профессии, врач хорошо лечить, управленцы хорошо управлять, тоже, а жители будут это видеть, и они больше сами будут активны и больше будут понимать, что за них кто-то радеет. А сегодня по привычке власти никто не верит. Спасибо, Александр Борисович, за ответы на вопросы. Спасибо, что время нашли прийти в студию. Как всегда, конечно, все объять невозможно, так что приходите еще. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Звоните всегда, смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Спасибо.